Холодное ультразвуковое наращивание появилось благодаря одному голливудскому парикмахеру, который решил усовершенствовать уже знакомые технологии, чтобы добиться естественного результата, не повреждающего натуральные волосы, и чтобы при этом процесс занимал как можно меньше времени. Да. Холодное наращивание ультразвуковое, оно не портит свой волос. Эта технология, в нее входит серри, за счет чего проникает кислород и увлажнение. То есть такая дышащая капсулка. Она очень маленькая, в нее входит кератин, она стала еще меньше. То есть тем с тем, чтобы волос максимально смотрелся естественней. Цветовая палитра волос для наращивания насчитывает более 70 оттенков, в том числе и с переходом от темного к светлому. Это избавляет от необходимости окрашивания после наращивания. Прозрачные капсулы незаметны и позволяют делать любую прическу. Кроме того, с помощью технологии Great Lengths можно добавлять волосам не только длину, но и объем. Самое главное, что не пришлось что-то перекрашивать, что-то там добавлять кардинально, да. Просто мы продлили, удлинили тот эффект, который у нас был уже на своих натуральных волосах. То есть, если чего-то не хватает, вот хочется все-таки быть в тенденциях, да, то есть с помощью наращивания можно сделать все, что вы пожелаете. И как поработать и с длиной, так и наоборот поработать с объемом, либо зонально. Это тоже как бы очень такой большой плюс. Данная технология отличается быстротой работы. Аппарат Multisonic позволяет наращивать одновременно по 5 прядей. Система Multisonic, которая представлена только у нас и на Южном Урале, только в нашем салоне, она дает именно быстроту наращивания, потому что там сразу ряд, то есть 5 микрокапсул. Сама техника наращивания, она занимает достаточно очень быстро времени. Наращивание перед важным событием – это возможность измениться всего за один визит в салон. У нас яркое событие с мужем в будущем. Речь шла о свадьбе. Мы решили, что я должна быть прям вау. А так как у меня небольшие волосы, они небольшой длины и не такие густые, приехав к Денису, чтобы обсудить свой образ, он мне предложил сделать наращивание. Естественно, все оценили, никто не понял, что у меня наращены волосы, все подумали, что это мои. Уход за такой прической мало чем отличается от привычного. Можно сушить феном, делать укладки, накручивать и выпрямлять, а при необходимости и окрашивать.